Так начнем, те ж, друзья, вдохновенно и стройно. Про ту синюю бороду славный рассказ, о том, как он искал себе жены достойной. Не раз, не два, не три, на свете рыцарь знатный, богатый, очень знатный, и притом хорош собой, и притом хорош собой, отличаясь всем на диво, небывалого отлива, темно-синий, темно-синий, темно-синий бородой, и от края, и до края шла о нем молва такая, так и так, мол, говорят, так и так, мол, говорят. Почему же столько раз он был обетом новым святым? Объясните, в чем беда? Объясните, в чем беда? Потому что, мол, ведь жутко, эти жены через сутки исчезали. Исчезали. Исчезали без следа. Про историю такую люди разные толкуют и твердят наверняка. И твердят наверняка. Что барон сей не безгрешен, что барон слегка замешан, а быть может не слегка. А быть может не слегка. Твердят, что барон, твердят, что барон, казнил своих жен, казнил своих жен. Говорят, 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 что сей барон виноват со всех сторон, и куплет из отпуска, это что-то не спроста, не спроста. Говорят, что сей барон виноват со всех сторон, так говорят, что сей барон, конечно, виноват. Верно говорят, верно говорят. Верно говорят, что он не виноват. Говорят, говорят, не виноват.